Амеры глубоко ранили слова Зехры о том, что все кончено. Зехра, проводящая неспокойные дни в доме отца, не отвечает на звонки и сообщения Амера. Отныне Амер начал спать на работе, и все дело идут на откос. Новость, пришедшая из деревни, потрясает всех обитателей особняка. Акеш умер. Амер начал подготовку к похоронам и думает над тем, как объяснить семье отсутствие Зехры. Однако его кое-кто поддержит, и Амер расслабится. Посмотреть 193-ю серию вы сможете после 17 октября.